У нас доброе утро, с вами Догмамания и моя собака Чихуахуа Софи. И мы приехали в одно очень интересное место. В общем, это видео вам точно понравится. Здравствуйте! Здравствуйте, проходите. Как зовут? Софиша. Привет, Софи. Здрасте. Софи никогда не бывала в профессиональном груминг-салоне в России. Разве что в Таиланде пару раз, но это даже можно не считать. Поэтому она немного нервничала, как и я. В этом ролике вы увидите, как профессиональный грумер-ветеринар может привести собаку в полный порядок буквально за час. Осмотр, гигиенические процедуры, полная помывка собаки, профессиональная сушка и стрижка шерсти, правильная стрижка когтей и даже чистка зубов ультразвуком без наркоза. Итак, поехали! А вас зовут? Меня зовут Наталья. Как у нас ушки? Хорошие ушки. А какой возраст? 5 лет. По зубам не скажешь, что 5. Ну, мы постоянно чистим. Угу. Сами. Шерсть между подушечками лап мешает Софише, когда прорастает наружу подушек. В нее впитывается грязь, а в запущенных случаях у собак могут образовываться колтуны, поэтому ее нужно состригать. Приведут тебя в порядок, Софиша. То есть нас сегодня, Софиш, стрижут профессиональный ветеринар и профессиональный грумер. Значит, она все сделает правильно, да? Да. Сначала мою любимую собачку полностью помыли в самой классной ванной. Софи, какая шикарная просто ванна. Сперва это был очищающий гипоаллергенный качественный шампунь для собак. Шампунем именно вот от грязи, да, то есть мы отмываем. Да, очищающий шампунь. Угу. Он гипоаллергенный? Да. И такой, наверное, что глаза не слезились, если попадет, да, специально? Вы знаете, у собак конъюнктива гораздо толще, поэтому даже когда попадают, они не реагируют. По поводу ушей, это тоже все миф, главное не в нос. Потом шампунь тщательно смыли и помыли под глазами специальным средством. Глазки, он хорошо удаляет вот эти следы от слезок. Это специальное какое-то средство от темных вот этих кругов, да, под глазами? Кондиционер, да? Хорошо увлажняет кожу, шерсть питает. Затем Софише нанесли кондиционер, который оставили на некоторое время, чтобы он сработал. А пока... Когда сыпят все эти реагенты, угу. Собачка не любит ботиночки. Это прям специальное средство для лап, да? Специальное средство, да. Лапки не трескаются, они увлажненные. Специальное средство для ухода за подушечками лап стало для меня открытием. Затем все хорошо и очень тщательно смыли. И пора идти сушиться. Кто эти тяжелые? А дальше, Наташа, мы что будем делать? А? Глаза прям смотрят. Все понимает, да? Конечно, я все понимаю. Конечно, я понимаю. Что дальше-то? Кайф. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем сушиться. Сушиться нам? Сушиться? Зачем сушиться? А зачем сушиться? Это мы на ушки положим, чтобы то, что там может попала какая влага, соберет как раз. Интересный способ. Теперь будем знать. Софише очень тщательно просушили шерстку феном и хорошенько расчесали и распушили. Я почти не боюсь фена. Или боюсь, или не боюсь, или боюсь. А что дальше, мам? Ну и, конечно же, моей любимой собачке подстригли коготки и привели в порядок лапки. Кажется, мне уже даже нравится. А дальше Софише подстригли всю шерсть на лапках, на попе, на ушках и по всему телу. Сережки? Я не знаю, что такое сережки. Сережки? Я не знаю, говоришь, что такое сережки. Сейчас ну, мам, не прикалывайся. Софи. Ну что, мам, одеваем серёжки-то? Ой, ну вообще. Красиво, да? Ну красиво? Вообще. Ну что, я красивая? Красивая я, да? Куда идем? Куда, говорится? Куда идем? А куда идем-то? Мы готовимся к сложнейшей операции. Что сейчас будет? Что будет сейчас, Софи? Что будет, мам?
Конечно же, ничего страшного в этом нет. Это чистка зубов собак ультразвуком и без наркоза, то есть без лишнего вреда животному. Софи перенесла свою первую в жизни чистку зубов ультразвуком на отлично. Все. Теперь я точно супермодель. Спасибо мастеру. Нельзя тебе такое, Софиш. Софиш, хочешь себе такую миску? Красавица моя дочь. Все, мы домой поехали с красоткой нашей. Спасибо большое. До свидания. Мы вышли из Изадоры и отправляемся домой. Спасибо тебе, Саша, за твой совет. Софиша красавица. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить много полезного и интересного. Ставьте лайк и делитесь этим видео с другими такими же любителями животных. И будет вам счастье. Пока, зайки!